купила стаканчики новые, и еле-еле влезают, получается. Вот так приходится под носик кофемашины. У меня это DeLonghi. Новая кофемашинка. Я даже не помню, показывала я, не показывала свою новую кофемашину. DeLonghi взяли, такую, одна из самых бюджетных, но которая делает тебе и пенку, и так далее. Приходится аккуратно, чтобы все тут не заляпать, но вот я заляпала. Ну так красивенько глазу получается, что прозрачная, плюс еще такая оригинальная. Я покупала в призме ее, это, по-моему, люминарк фирмы, то есть достаточно толстое стекло, есть, продаются такие, что сразу начинает все откалываться, потому что очень тонкое. Да. Всем привет, мы пришли в зоопарк. Сегодня попали посмотреть змей, потому что в тот раз были, в тот раз приходили в понедельник, а в понедельник день санитарный, у них там все моют, и было все закрыто, крокодилы и змеи. Тут никого нету. Ой, вот змея, видишь, вот змея. Руками не трогать написано. Богдан, ты рад, что попал сюда, где змей? Он в тот раз очень расстроился, что не попали, потому что был этот санитарный день. Ого! Такая толстая, да, Матвей? Руками не трогай. Черепашки. Вот черепашки. Сюда слон обычно выходит. Сейчас он на такой жаре там на улице. Да, видишь. Там черепашка. Угу. Богдан, покажи коленку. Богдан с велика упал. И локоть. Водяная змея, видишь, в воде. Тут нет никого. Вон она сидит. Все, обеденный перерыв. Богдан, конечно, очень сильно ударился. Его. Да я не трогаю. У него тут зеленка еле уговорила намазать. Это ты без рук на велике ехал, да? Нет? А потом вот так рулил. Просто руль. Салфетка есть? Да, сейчас салфетку достану. Это крокодил. Он не себе ничего. Он ждет, чтобы кого-нибудь съесть. А второго нету, большого? Он у меня плавает. Плавает? Плавает. Какие большие рыбы. Мама, смотри, еще. Да, еще одна вон. А вон черепашка там в углу. Я вижу. Она очень большая, да? Да, кверху ногами. Мама, еще одна. Вот, видишь его голову? Вон в самом низу. Это он такой большой. Голова такая. Видишь? А кто?
Отсюда? О, какой он большой! Вон внизу. Аллигатор. Китайский аллигатор. Оставим. Ой. Там качели. А я бы не утонула. Интересно, он этих рыбок ест? Еще один крокодильчик. Раньше, по-моему, один или два было, да? Раньше большой и маленький, а тут теперь... А кто это? Не написано, что за крокодил? Да, нельзя, надо с детками, видишь? Нарисовано. Откусит руку, смотри, видишь, написано? Да, да, нельзя. Нельзя, Матвей, правда нельзя ручку сувать туда? Кто это? Камера. Тупорылый крокодил. Тупорылый крокодил. Рыбки плавают. Интересно, они их не съедают, наверное. Они, наверное, такими не питаются, что ли? Или они очень сытые крокодилы? Пойдем. Богдан, вставай, сфоткаю. Ой, смотри, какая яркая. И она хорошая. Мемо. Вообще еще мемо. Мемо больше, чем вот в этих мечтах. Сегодня денечек такой жаркий. У нас каждый день в последнее время по 30 градусов. И сегодня воскресенье, решили все-таки съездить. Погулять. Ну, в зоопарк, куда еще? Не знаю, ботанический сад, что-то как-то не хочется. Ну, тут никого не видно. Ну, там шимпанзе должно быть, но его не видно. Наверное, с той стороны видно. Да, обезьянка. Вон они там сидят. Папа, у тебя ночи болят. Что они там сидят? Морошенька. Морошенька. Где морошенька? Где морошенька? В тот раз мы на медведя не попали, и в этот раз тоже. Что-то его... И там нету? Это он спрятанный вообще лежит. В тот раз тоже не повезло нам видеть мышку. Чешет спинку. Сегодня 26 августа, и мы уже сходили, получили учебники ко второму классу. Сейчас покажу, как выглядят. Он учится в эстонской школе, так же, как и Ульяна. Вот эти учебники. У нас немножко пасмурно, не очень светло. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Всего 13 учебников, но из них часть рабочей тетради, часть учебников. Учебников, по-моему, всего 3 или 4, остальное рабочие тетрадки идут. Мы сразу их обернули. Одна такая обложка прозрачная, да, вот это стоит евро 10 сейчас у нас. Не знаю, здесь цена есть. Здесь нет цены. Написано было на сайте школы, что сразу берете учебники, сразу можно обернуть. Не нужно никуда ехать, никуда идти. Сразу около библиотеки стоит женщина, которая вот это все оборачивает. Евро 10 за
прозрачную обложку. Прозрачные обложки очень удобно, что сразу видно, да, что это за предмет. Итак, математика – это рабочая тетрадка. Это для второго класса. Вот. О, какие-то сложные уже идут тут примеры. Это вторая часть. Значит, где-то первая еще. Потом музыка, второй класс, рабочая тетрадка. Вот в моем детстве вообще не было по музыке никаких рабочих тетрадок. Мы там попели, уже пятерку поставили. Так, это Эмма Кель, эстонский язык. Смотри, какие картинки. Так, держу. Так, Эмма Кель, вторая часть. Уже потолще такая. Это первая. Но это поинтереснее. А первая потоньше была, это потолще. Так, встану, чтобы удобнее было показывать. Первая часть. Тогда это у нас получается две, что ли? Это первая. А, это значит учебник. Да, это учебник ЭПИК, а это уже ТЮВИХИК, это рабочая тетрадь. И это тоже учебник. Первая, вторая часть, в общем, это учебники. Это уже идет рабочая тетрадь. Это вторая часть, рабочая тетрадь, видимо, к этому, ко второй части. Это природоведение. Природа. О, какая красочная книга. Вот это очень красивая. Смотри, тут как красиво все. О, красивая очень. Досыпатус. Так, это тоже природоведение, вторая часть. Ого, тут уже. Так. Это как человековедение и нисыпатус, в общем. Не знаю, как точно переводится. Вроде как человековедение, да, это значит. Так. Математика, второй класс. Это ТЮВИХИК, наверное. Харитус ВИХИК. Задание, в общем. ТЮРАМЕТ. Это рабочая тетрадка тоже. Здесь вроде можно писать будет, да? Ведь в этих таких можно писать. Нет. Или нет? Или это как учебник? Можно, да. Вот это уже учебник, в этом писать нельзя. Это по музыке. В том году такой же был учебник, только первый класс был написан. Да? Очень похож. Ну, да. Не похож. Внутри не похоже. Песенки, в общем, такой толстый. А, и это, не это по-английскому, да? Mm. Что написано? Новый English. Угу. По-английскому. Вот и все. А по-английскому в этом году нет учебника, только такой получается. А в том году был учебник по-английскому? Да. Сейчас будем доборачивать и подписывать. И все. И мы готовы почти к школе, да? Все, подписываем учебники уже. Такие все вкусно пахнущие, новенькие странички, все так. Что подписал? Помогает Богдану учебники подписывать, а рабочие тетради он сам подписывает. Себе. Ульяна, на следующей неделе, да, учебники получать? А давай, я выкину. Вот, потом, значит, он еще. Приехали в Таллин на дне моря, попали под дождь, немножко видео выставлю. Ничего не снимала. Хорошо. Успели только Матвей на батуте попрыгать и все, и сейчас пришли на причал сюда. Рыбаки. Очень красиво, как и дождик. Сейчас опять как ливанет дождик, он то заканчивается, то начинается, и прям как ливень такой очень сильный. Матюш, помахай ручкой. Такой красивый район построили. Дома. Бы тут жить сразу, да, и окна на море. Опять начинается мелкий дождик такой. Здесь как грибной, а там прям ливень на нас был. Все, уже можно по лужам бегать. Уже ноги намокли, все промокли.
Бежим к машине. Еще далеко поставили там на платную парковку. Ну так тепло вообще здесь, солнышко уже. Дождик капает. А я думала, у меня память уже на телефоне, что-то батарея садится, память заканчивалась. Не стала снимать. Еще плюс дождик. Очень красивые эти корабли. Мы оставляем всегда на этой парковке. Я вроде как-то показывала уже.